Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите приступить к работе? Приступайте. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с принятыми вами решением, сегодня под вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил. К учению привлекаются силы и средства воздушно-космических сил Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Порядок проведения учений доложит начальник генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, основная цель проводимого учения – отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Учение проводится в два этапа. На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответ на встречном ударе.